Местные жители рассказывают, вот вы сейчас ей говорили, что готовится, там деньги выделяются. Да. Местные жители говорят, каждый год на протяжении там, лет 5 им обещают, говорят, что ПСД готовится, что дорога, деньги выделяются. Дорога. По трассам, все вот эти трассы, да. С Караганды, с Аркалыка, ну вот эти три основные трассы, которые ведут к городу, они же все разбитые. И до сих пор никто их не начал делать. Вот на сегодня ситуация. Вот на сегодня, вот впервые за, вот не знаю, 50 лет, наверное, началась работа в сторону Аркалыка. Сейчас первые 10 километров мы в этом году асфальт новый ложим. 10 километров? Ну, ой-ой-ой. А сколько до Аркалыка? Впервые за 50 лет. До Аркалыка, Сулутау, это 200 километров. 200. Первые 10 окей, километров хорошо. В этом году. Ну, это же огромные деньги. Ну, окей, следующий окей. год еще 10 километров и готовим проект на 60 километров. Это в сторону Аркалыка. Да, и вот приезжал министр Марат Карабаев, он обещал до 26-го года до Аркалыка завершить. Это республиканская дорога. Ну, если до 26-го года министр свою должность сохранит, то ну, молодой. Окей, до Караганды. До Караганды проект сейчас уже разрабатывается, и в этом году планируется начать первые 30 километров с границы Карагандинской области в нашу сторону. Ну, там сложное, там четырехполосное, первой категории, поэтому это ожидается. Но почему все проблема... это время никто не мог сделать эти дороги за 30 лет? Нет, почему? Работы велись, ремонтные работы велись. Заплатки? Да. Но, тем да. не менее, ну, вы же видели состояние этих дорог. Больше, наверное, к правительству, потому что это республиканская дорога, финансируется Казавтожол.